подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. И сегодня мы находимся в парке Галицкого на Панораме. Вот наш стадион. Тут играет футбол. Давайте же будем ходить по парку. Вот такая золотая подсветка. Все сюда приходят. Сегодня 2 января. Все с Новым годом. Поздравляю вас. Счастья, здоровья всего вам. Пойдем вниз. Там наверху, там нам уже делать нечего будет. Пойдем туда. Будем гулять, отдыхать. Красоту смотреть сегодняшнюю. Дочь, ты куда спешишь? Да, красота здесь, конечно, просто супер. Вот стадион. Чтоб его обойти, наверное, часа 2 или 3 точно надо. Весь этот стадион, весь парк. Он на фоне парка. Такой маленький, кажется, стадион у нас, да, дочь? Пойдем там посмотрим, что там за голубые у нас фонарики светятся. Стульчики, красота, люди отдыхают. Уже киоск по нему посмотрим. Деревья, подсветки, фонари. Куда дальше пойдем? Пойдемте туда, давай. Не замерз? Пойдем сюда. Тут дерево. Особо ночью не видно, что тут деревянные полы.
деревянный, как стулья или как лавки. Вот видишь, мама правильно говорит, сама. Куда пойдем? Пойдем туда дальше. Так, аккуратно. На стадионе написано 2020. Да, освещается тут все круто. Самый крупный, самый большой. Задавят когда-нибудь. Ну, пойдем, бычка нашего посмотрим. Символ нашего стадиона. На него все залезают, там красиво. В темноте особо его и не видно. Надо на свет как-то выйти. В темноте не видно, он зеленый весь. Наверх пойдем. Белый подсвет, чтобы люди видели, куда идти. Да тут как все видно, куда идти. На камеру темно.
Посмотрите, какая красота. Стадион. Ну ладно, пойдем. Слушай, да тут темно, нас вообще не видно. Зато красоту все видно. Угу. Ну, идем дальше, гуляем. Там что у нас, столик где-то у нас? А, ну дочь, стой. Остановись. Вон, столик. Какая красота! Сколько же здесь освещения? Много людей. Да, людей здесь очень много. Это наша дорога, которую с окна видно. Вот здесь светло, хорошо. Все фоткаются. На такой красоте еще не фоткаться. Пойдемте вниз. Пойдем к стадиону, дочь. Потом здесь за 2 часа не обойдем его просто. Салют. Новый год продолжается. Город отдыхает. Вот наш стадион. Пойдем сюда, дочь. Там у нас кафешка. Касса, где билеты продают на стадион. На матч. Красота. На самокатах гоняет. Все, куда пойдем? Не знаю. Да, сначала пойдем к стадиону самому. Велики, самокатики. Тут что у нас? Что-то какая-то корзинка непонятная. У нас тут фотосессия.
фотографируется. Холодало. Очень холодно. Градусов 5, наверное, тепла. А я туда прямо. Какая красота. Дерево с подсветкой стоят. Да тут все светится. Ну что, куда пойдем? Что? Куда пойдем? Куда пойдем? Да так, по кругу. Вокруг стадиона гулять дальше. Руки мерзнут. Так мороза нет. Перчатки, варежки одевай свои. Подожди, садись, одевай, подожду. Вот у нас все приезжие всякие фотографируются. Всем все нравится, красота. Все, одела? Нет, не одела. Наша дорога, где все ездят. Наша улица. Еще метров 100 пройдем, наш дом увидим. Вот наша улица, вот на этот дом, да? Баобабы. Давай их поближе снимем. Африканские ветки растут. Баобаб. Это настоящие. Летом они у нас цветут. Зелененькие, красивые. У нас их, кстати, с окна видно. Сколько их здесь? О, наш дом появился.
Югстройинвест. Дед Мороза, Снегурочки. Пойдем сюда, дочь. На эту сторону переходи, тут я. Очень многие фоткаются, да, все почти стоят, только фотографируются. Пробки начались. Давай, обходите. О, тузик, гончий пес. Вот красотень. Это липа.
такие квадратные у нас деревья все. А вот и наш дом, где мы живем. Ну что, куда пойдем? Куда? Да закругляться будем уже. Ну, всем пока, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал. Всех люблю. С Новым годом! Что-то не понял. Тут работал вообще, не работал или встал. И кто знает. А ну-ка.